Родные мои, всем огромнейший привет. Ну что, отправляюсь снова за карасем. Еду в Красноярский край. В последнем видео, если видели, лед еще огромный. В той стороне там льда еще хватает. Еду. Там по пути где-то буду включаться. Едем, кайфуем. Я остановился в Тисуле, чуть не забыл, я же еду на карася, поэтому заехал в аптеку, взял валерьяночки, буду добавлять прям в луночку, глубина небольшая, запах будет распространяться махом, маленько и в корм буду добавлять, посмотрим, сработает, нет. Ребятки, все, подъезжаем, парная. Сейчас, ребятки, вот поднимаемся на гору. Здесь вот тут вот камень. Камень какой-то, видимо, священный. Видите, заборчик, ленточки. Не знаю, честно. Скорее всего, кто-то захоронен. Тут с горы такой вид классный. Вообще он. Обалденно. Там вот дальше беседочка. Тоже там стоят какие-то столбики. Все в ленточках, в веревочках. Все в ленточках. Так вот. Ну какое-то есть, наверное, поверье, что ли. Так, ну что, сейчас. Где-то там Вадим Геннадьевич сказал объезжать с той стороны, а я тут что-то через верх поперся. Вон сверху вон сколько машин, рыбаков сколько. Обалденно. Съезжаем сейчас вниз. Где Геннадий сидит? Сейчас позвоним, узнаем. Смотрите, какой вид обалденный сверху. Классно. Ветрище присутствует. Ну, сегодня и передавали ветер. Там он народ, машины, палатки. Мы в прошлый раз вон там сидели, где машин скопление, там где-то напротив. А они где-то вот здесь сидят в этот раз. Где, не знаю. Сейчас позвоним, узнаем. Так, ну что, ребятки, вот столько вещей. Вон, целые санки, палатка. Сейчас пойдем куда-то в ту сторону. Искать, где Вадим там сидят. Все, что осталось от Вадим Геннадьевич, печка, вещи, а его нет. Шутка, конечно, ребятки. Вон он идет ко мне навстречу. Вон там вдалеке, не знаю, видно, нет, чешет. Ветрище что-то ужасный поднялся. Короче, вот здесь он. Говорит, закормил лунки. Вот они. Покормился, вещи оставил. Палатку здесь будет ставить на ночь. Тут вот тоже лунки есть. Срач, правда. Как обычно. Ну ничего, уберем, если что. Тоже видно кормленные. Короче, где-то здесь и я расположусь. Витрина просто жуть. Что-то затягивает все небо. Вон, смотрите, синее все. Сине-голубое небо. Либо дождь, либо снег лупанет.
вероятнее всего дождик. А может, вообще пронесет, не знаю. Ну, пока шел, короче, смотрю, рыбаки нормально подлавливают. Там везде дергают карасик. Здравствуйте. А я иду, думаю, еще не могу дозвониться, думаю, сейчас походу буду я искать. Давай, я вижу, ты идешь, я тебе помахал, ты не видишь. А мне показалось, что ты рыбу вытянул. Я тебе помахал, ты да? Потом смотрю, отвернулся, телефон достаешь, я телефон достал, жду, думаю, сейчас я с дочерью разговаривал. Ну и что? Ну, похлевывает карась. Ребятки, буду траву продирать. Пробую. О, так а тут как ее продирать? Смысле? Тут палки не хватает. Ее хватает как раз, где ты. Да? А, есть контакт. О, а ты говоришь, вот как не подъезжать? Ну да. Вот в прошлый раз смотрели на ней было много. Хоть и подгоревшая, вонючая, но смотрим. Сейчас, короче, ребятки, продербаню травку, освобожу место. О, вот, ребятки, я про что и говорил, смотрите, мотыль. Тут... Смотри, сколько мотыль. Да мотыль крупный. О, видел, какой мотылёк? Угу. Можно надербанить. И мотыль не нужен. Какая красота. Народу здесь, кстати, у берега в основном весь народ. А здесь нет никого. Там вон народ сидит. Короче, пока палатки не будем ставить. Решили так с Геннадичем. Поставим к вечеру, посмотрим. Ну, вернее, уже когда стемнеет. Поставим, все настроим. Пока так сейчас удочкой полазю. Попробую поймать что-нибудь. Здесь пару лунок было рядом. Козявки кинул, короче. Сейчас посмотрим. Так, ребятки. Морма, сейчас пойду в те лунки. Мормыша и попробую, ребята. У меня тут, как я уже показывал, валерьянка есть. Занятие будет, конечно, все озеро. Короче, мы с Геннадичем решили пока не ставить палатки. Вдруг, говорит, не будет здесь клево. Придется херачить там, где вот он полавливает. Сейчас вот сюда вот сверху прям мормыш кидаю. Прям в лунку ливну валерьянки. Ох, и запах. Прям вот так тын-тын чуть-чуть. Тын-тын чуть-чуть. Все достаточно. Знаю, практикуют здесь такое дело. Все. Будем ждать. Ну, ребятки, первый карасик. Пятачок такой. Первый карасик клюнул. Есть контакт. Это вот луночки, которые, друзья, с валерьяночкой были. Первый карасик. О, есть. Есть еще, ребятки. Ну, тут хорошенький уже. Получше. Пошел, все. Валерьянка заработала, ребятки. Валерьяночка заработала. Здесь я точно буду ставить палатку. Одна удочка у меня будет настоящая, а второй буду играться. Там, вон, женщина рыбачит. Такая юморная. Крестик у нее встал. Короче, на кресты рыбачить. Сейчас посмотрим, есть там, нет что. Так. Смотрим. Получается, нету, что ли? Нету.
ложная тревога. Уплыл, блин. Был да сплыл. Ой. Был да сплыл. Опа-на. Там ребятки расскажу, что это за штука. Ну, если будет на нее опять же. Ну, одного поймал карасик. Не знаю, оно это или нет. Проверим. Тут сверху маленько сейчас. Это от ветра. Трава. Трава-травка. О, есть тут. Сидит карасик, я ж говорю. Что-то кверху книга. Вот она. Чисто на мотылика. Ну вот какой карасик, ребятки. Я ж говорю, была поклевка. А я думал, это ветер. Собирается, ребятки, на валерьяночку. Ягодка волшебная. Так. Погнали. Опа. Только опустил, ребятки. Ой-ой-ой, хороший. Тихо-тихо-тихо. Вот там он какой. Ух, красавец. Только опустил. Хорошенькие ребятки. Так, интересненько. Еще раз пробуем. Опа-на. Опа-на, опа-на. Опа-хопа-хопа-на. Что, ребятки, установил домик. Закрепил. А то ветер передают. Что, ребятки, все, я устроился, слава богу. Весь мокрый. Фух, на улице тепло плюс. Пока туда-сюда. Ух, еще и дождик опять пошел. Короче, вот так вот я устроился. Столик, чаечек у меня тут будет, стульчик. Две луночки. Свет вот провел. Вот он уже. Здесь к аккумулятору подцепится. И будет красотища. О, Геннадич идет. Обустройки. А? Процесс обустройки, бля. Палатку поставил, смотри, что поклевывает. Ну, я, знаешь, что поймал? 4 карася, 2 окуней. Ну, я так. Тоже чуть побольше. Ну, ты нормально у нас парил? Сумочку уже набил. Нормально набил уже килограмм. 4-5. Красава, чё? И чё ты туда пойдёшь ставить? Да нет, а у меня там они по одной лунке все, там чисто мормыш укормленные, без всякой хуйни. Один мормыш. Мормыш, валерьяночки ливнул. И, короче, только сел, опускаю, бух, есть, не понял. Бух, второй. Ну и все, давай ставим. Луночки не бросаю, вперед. Я их дальше убрал. Я вот сюда пошел, ну? На метр ее вытащил, наверное, если не больше, стулом придавил, и... подхожу, смотрю, кивок. Поднимаю, карась сидит. Ну я, блин, подальше. Он прямо из-под льда берет, блин. Может быть. Ну не может быть, я тебе говорю. Ну вот, короче, только я обустроился, настроился. Все понятно, сейчас буду тоже смотреть. Давай, ты говори, я тебе помогу. Да пока палатку. Ничего не надо, надо посмотреть, где. Давай, давай. Давай. Что за клев? А где твоя? Так, а где моя? А где у меня термос? Вот он. Давай. Даю. Ну. Так даю. Так давай. Давай, будь добру. Заклев предстоящий, да?
Хорошего здоровья, ребят. Будем надеяться, который будет ночером. Ладно. Мы же никуда не спешим. Нам куда спешить? Нам куда спешить? Спешить нам некуда, только домой. Не, ни в коем случае. Вон темняется. Здесь светлее. Там темнее, там дождь, наверное, идет. Так, моросит. Настоячку. Настоячечку, короче, поклевывает. Мимо сумки пошел. Карасиков уже поймал настоячку. Но это пока молчит. Это пошевеливает. Сейчас будет перекус, ребятки. Вечерний перекус. Потом пойдет клев. Некогда будет перекусывать. Ну, вот так вот. Маленько прибавляется карасика. Всякие разные, он есть хорошенький. Вот так вот сейчас мяско порезал, дождь, хлебушек, майонез. Потом это все дело чаечком. И по кайфу. Зову Геннадича, не хочет идти есть. По 100 грамм тоже не хочет. Увлекся клевом там. Бешеным клевом увлекся. Не поесть, не по 100 грамм. Я тебе говорю, у тебя там по 100 грамм-то нет, нихуя. А, она у тебя, да? Почему, я не знаю, где она там вообще есть. О, поклевка у меня опять. Ну там есть еще, что? Есть по 50 грамм, точно есть. По 100 не знаю, по 50 точно есть. По писюрику можно накатить. У меня тут на две удочки херачит. Я что-то особо не умею. Я у тебя мормыша сверху сыпнул. Сыпнул мормышка, он ожил, кстати. Ну, зашевелился, ну. Вечер весь притворялся, а к ночи ожил. Держите, пожалуйста. Давай, да, это. Я не знаю уже, за что. За рыбалку выпили, за здоровье, за все. За ночной. За ночной выход карася хорошего, крупненького, да? Как-то вы не оптимистично настроены. Раньше здесь нахуй такой вообще никогда не плевал. Мелкий, да? Тут крупный. Он плевал. Он, видишь, тут 200-250 и больше, ёбаный. Ну, только-только начинает шевелиться, видишь. Он, чё, дай бог, все пойдет нормально. Давай. Ох, бомба. Бомба, зря вы, Вадим Геннадьевич, отказываетесь. Горяченькая. Маленько майонезика. Ой. Это вообще песня. Песня. Ой. Ладно, буду кушать, ребятки. Будем кушать. А потом клев. Камера была отключена. Ничего, такой карасямба клюнул. О, какой красавец. Прям лапоть такой добренький. С
следом вот этот вот товарищ бахнул. Ух ты, горбатенький какой. О, красавец прям. Добренький. Клюет так пассивненько. Пока активного клева нету. Геннадич тоже нет-нет. Дернет. То у меня нет-нет. Что-то такое. Но активного нету клёва. Пока что. А мормыша не цеплял, не пробовал? Ну, ночью сейчас нет, не пробовал. А днем цеплял? Сам пробовал. Ну-ка, сейчас попробую. Мормышка один. На одну удочку. Пару штучек. На цепи. О, даже живой попался. Шустренький. Ну-ка попробуем-ка. Опа, есть контакт, карасик, на мормышка. На мормышка? Да, только подсадил и карасишка клюнул. Ну-ка еще-ка, может быть это случайность? Карасик. На мотылик. Крючок вообще, конечно, гнется как. Не знаю что. Что, ребятки, утро доброе. Фу, клевало ночью, конечно, вообще безобразно. То такими наплывами. Одна-две клюнет, пах затишье. Потом может поклевки быть-быть, но не подсечь ничего. Невозможно, короче. Но все же удалось, конечно, поймать. В принципе-то. Фу, ну такая вот ночная была рыбалка, не очень. Надеемся, что днем будет что-то поклевывать. Рыба есть здесь, карась есть хороший, есть окунь крупный, обалденный. Не знаю, что там за ночь снял я. Ну вот так вот. О! Да и удочки что ли?
зацепил ту удочку. Подсек его куда-то за подбородок, ребятки. Интересно, как там удочка очутилась. Дает жару, ребятки. Окунишка дает. Ну, поклевывает. Поклевывает пока тут. Сейчас посчитаем маленько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, двадцать шесть, вот такое, 27, 28. Тридцать восемь, 39, 40, 41, 41 карась, а нет, 42, 42 карасика, ребятки, получилось. И окуней. Раз, два, три, такие горбачи, четыре, пять, шесть, 10, ребятки, получается, окуней. Ну и 2, 4, 6 сорожек. Вот, смотри, идет поклевка, а брать не берет. О, аж кверху задрал. Есть. Есть контакт. Есть контакт. Карасик. Вот такой вот стандарт жарёшный. Нормальный такой, 100-150-200 грамм стандарт. Ну, бывает и пролетает хороший. Получается модуль. И вот так вот кусочек теста вешаю. Намотылика с тестом. Намотылика с тестом. Кусочек.
тесто. Вот так, хоп. Ну вот и все, ребятки. Зимний сезон окончен. Сегодня была у меня крайняя рыбалка на льду. Половил карасика, половил неплохо. Следующие рыбалки у нас уже будут летние, ребятки. Первые по традиции будет это карасик. Будем где-нибудь на озере, обязательно сниму. Ну а дальше уже пойдут рыбалки на хариуса, хищника, возможно. Ну и все в таком духе и в таком роде. Почти двое суток дождь лил вообще без остановки. Лед на глазах съедает. Уже забереги, выходы со льда уже такие тяжелые. Ну еще есть, конечно. Я думаю, что день-два и все, льда здесь просто не будет. Как всегда, прошу вас всех подписаться. Подписаться на мои каналы в Яндекс.Дзене, ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. На основном канале. Плюс сделаю в комментариях. Самая первая будет ссылочка. Так что проходите, подписывайтесь. Ну и все. Всем пока, до новых встреч. Увидимся уже на летних рыбалках. Ну и всем пока-пока.